синий трактор представляет. Привет, ребята. Смотрите, кто в гости к нам пришел сегодня. Это же домашние животные. Давайте познакомимся. Это лошадка. Это корова. Это ослик. Овечка. И поросенок. А давайте теперь посчитаем их. Лошадь – это один, корова – это два, ослик – это три, овечка – это четыре и пять поросенок. Нашим домашним животным срочно нужно попасть на ферму, к себе домой. Кто же довезет их? Такси? Синий трактор, правильно! А в чем? Ха, в прицепе, это точно! Ну что, поехали, ребята! Сажаем наших зверей в прицеп к синему трактору. А звери рады. И-го-го! Коровка. Ослик. И-а-и-а! Ой, смотрите, в прицепе синего трактора закончилось место. Кто же довезет овечку и поросенка? Что же делать? Ой, это же дедушка синего трактора. Я думаю, в его прицепе как раз будет место для овечки и поросенка. А как же радовалась овечка, знаете, ребята? Она говорила «Бе-е-е-е-е». А как же обрадовался поросенок? Он, конечно же, говорил «Хрю-хрю». Смотрите, ребята, в прицепе синего трактора место было как раз для овечки и поросенка. Ну все, пора ехать на ферму. Первый, конечно, поедет синий трактор. Вперед! Пока, синий трактор! Ну, а теперь очередь дедушки синего трактора. Поехали! Эх, овечка, пока! Поросенок, до свидания! Ой, ребята, дедушка синего трактора оставил свой ключик. Пойду догонять его. Пока! Давай смотреть дальше! Нажимай скорее на эти картинки. Малыш, чего же ты ждешь? Нажимай! Ну!